уже достаточно долгое время мы ведем исторические очерки, в которых красной нитью проходят сведения об известных людях, проживавших или навещавших Саров и Присоровье. Да, в период ее расцвета одних сюда приводила вера, других – исцеление от недугов, третьих – любопытство и некая мода, четвертых – торговля и заработок. То, что сюда влекло священнослужителей, паломников, философов, писателей, действительно вовсе не удивительно, а даже естественно. Удивительно другое. Почему Саров оставался для десятков и даже сотен тысяч людей каким-то магнитом и даже после закрытия монастыря, вплоть до закрытия самого города? Святость места? Ну, это понятно. А для атеистов и коммунистов? Помните, как писал Аркадий Гайдар? Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, похож на монастырь. Но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому что в 60 километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками. И эти угодники переманивали все чудеса к своему месту. В свое время мы нашли следы пребывания в Сарове многих-многих писателей и философов. Но иногда поиски приводят к таким неожиданным поворотам и сюжетам, что в них бывает трудно поверить. Зачастую они сами сваливаются на нас. И именно с одной из таких историй я столкнулся совершенно случайно во время общения со своим учителем, бывшим директором школы Виктором Петровичем Мжачихом. Вот он поведал версию о посещении Сарова в предвоенные годы легендарным летчиком, героем Советского Союза Николаем Гастелло. Лет 40 назад любой советский школьник, разбуженный среди ночи, на вопрос, кто такой Гастелло, мог без запинки ответить. Летчик, который направил свой горящий самолет в самую гущу фашистского эшелона с техникой и топливом, тем самым совершив первый наземный таран в Великой Отечественной войне. Оказалось, что родился Николай Францевич в день святого великомученика Георгия Победоносца, 6 мая 1907 года, в семье белорусского литейщика, ну, по другим источникам, обрусевшего немца, и русской мастерицы Белошвейки. Но дело не в мистических совпадениях, а в том, что целых 6 лет, с 1924 по 1930 годы, их семья жила относительно близко от нас, в Муроме. Знали ли тогда в православном Муроме, где после закрытия женского монастыря осело большинство дивеевских монахинь, о старце Серафиме и о знаменитой обители? Вопрос неуместный. Гайдар и тот знал. Но вряд ли Гастелло, тоже атеист, комсомолец, молодой член ВКПБ с 1928 года, приезжал в Саров на богомолье. Версия банальна и проста. Приезжал он сюда в гости к родственникам, проживавшим где-то в районе нынешней улицы Садовой. Говорят, что Николай любил купаться в Сатисе у плотины. А каким образом он сюда добирался? Не по железной ли дороге? Ведь он вместе с отцом работал на паровозоремонтном заводе Московско-Казанской дороги. Сам Виктор Петрович Мжачих эту интересную информацию услышал от своего отца, прославленного комполка тяжелых танков, таких, что стоит у нашего Дворца пионеров, полковника Петра Мжачиха, дошедшего до Рейхстага и представленного к званию Героя Советского Союза, но так его и не получившего, и тоже посещавшего Саров. Но это также своя уникальная история, требующая отдельного повествования. Что касается личности Николая Гастелло, то она овеяна не только легендами. И дело не в том, что это был не первый таран наземной цели. Первыми их совершили в 1939 году Михаил Ююкин, однополчанин Гастелло по боям на Халкинголе, и Кокарев в первый день войны, 22 июня 1941 года. Но эти факты нисколько не умаляют значения и высоты его подвига, который стал одним из самых известных в истории войны. Даже непривычная для русского слуха фамилия Гастелло стала нарицательной. Гастелловцами называли всех летчиков, совершивших огненный таран –
Всего за период Великой Отечественной войны совершено почти 600 классических воздушных таранов. Самолетом самолета, 506 самолетом наземной цели, 16 морских таранов, в том числе надводных и береговых целей противника, и 160 танковых таранов. Но и это не все. 34 летчика применяли воздушный таран дважды, четверо трижды, а Борис Ковзан четырежды. Подобные подвиги совершили 4 женщины. А другой Гастелло, Виктор, несмотря на бронь, добился направления на фронт, чтобы отомстить за брата, и погиб под Ржевом. Вот какова сила примера великого поступка. Их проявление не есть ли зримые свидетельства настоящего народного героизма? Но вот это одновременно вызвало шок, удивление, непонимание и злобу врагов явных и врагов тайных. Даже после войны. В 1951 году стали искать останки экипажа Гастелло, а обнаружили останки экипажа другого капитана, Маслова. Те тоже пали смертью храбрых и в тот же день. Но это дало повод либералам усомниться в подвиге Гастелло. Они притаились и выжидали. И в 90-е годы широким потоком полилась грязь. Дескать, не он, а Маслов совершил тот самый подвиг. Ну, сравнивать и подменять героев, стравливать наш народ – это низость. Вот каков резонанс подвига, который вдохновил наш народ на другие подвиги, но напугал недругов тогда и даже задевает их за живое до сих пор. Но давайте поразмышляем. Ну, какие останки можно было найти через 10 лет, если там был огромный взрыв и огненное пекло? Кроме Гастелло в самолете находились и геройски погибли украинец Анатолий Бурденюк, ненец Алексей Калинин и русский Григорий Скоробогатов. Но особенное негодование, брезгливость и отвращение у меня вызвали строки, опубликованные во время перестройки недобитым ползучим литератором в газете под хитрым названием «Московский комсомолец». У немцев инструкция гласила: «Если твой танк подбит, ты должен принять меры к спасению экипажа. Наша: если танк загорелся, ты обязан превратить его в долговременную огневую точку». Только такой массовый героизм мог спасти отцов нации от позора и прекращал бы всякие разговоры о геноциде своего собственного народа. А один майор в отставке, в той же статейке, стал повторно стрелять в мертвого героя и, скатившись до циничной клеветы, заявил, что капитан Гастелло – военный преступник. В том бою он, мол, выпрыгнул с парашютом и попал в плен к немцам. И даже сделал запрос в посольство Германии. Ответа не получил. Но мы сейчас понимаем, что сие есть наглядный пример информационной войны, которая велась и тогда, ведется и сейчас против нашей страны. А ответы на вопросы нашей версии ждут своего исследователя и своего непредвзятого разрешения. Узнаем ли мы точно эту историю или нет, покажет время. Но мне-то понятно одно. Все наиболее известные герои Великой Отечественной войны, люди-символы, подвергались повторной казни. Продажные журналисты буквально сдирали с них кожу, выворачивали наизнанку и создавали так называемые альтернативные версии, пытаясь доказать не только отсутствие их подвигов, но и вменяя им криминал. А их хозяева, заказчики таких опусов, считали, что это должно сформировать у нового поколения россиян устойчивое отвращение к своему прошлому. Сейчас на дворе иное время. И прежняя дорога на Сатис, на Монастырскую мельницу, современная Саровская улица Садовая, за столько лет сильно изменилась. Однако ныне во весь рост встает другая проблема. Ведь всего 40 лет назад любой советский школьник даже среди ночи мог без запинки ответить на вопрос, кто такой Гастелло. А если сейчас, средь бела дня, об этом спросить современную продвинутую российскую молодежь? Так, может быть, мы не зря копаем историю? Не зря и не напрасно ищем, вспоминаем, показываем, чтобы помнили –